Ух ты, и снова я. Александр Криволап, печенеги, ребятки. Гибискус древовидный. Смотри. Красавец, да? И этот цветочек живет всего-навсего один день. Вот уже отцвелся цветочек. Зацветает. Всего-навсего цветет один день. Древовидный гибискус. Красавец, да? Смотри. А этот уже, этот красавец цветет, а вот это вот три штучки отцвело уже. Гибискус. Древовидный. Ну, сейчас пойдем к травянистому гибискусу. Этот гибискус древовидный был посажен 2 года назад, то есть в 2019 году. Идем к древовидному гибискусу. Идем к травянистому гибискусу. Это, ребятка, травянистый гибискус. Его еще называют гибридный гибискус. Красавец, да? Травянистый гибискус. Этот травянистый гибискус был посажен в мае 2021 года. И тоже цветочек цветет всего-навсего один день. Так же, как и в древовидном гибискусе. Ну, красивый. Этот цветок может вырастать в диаметре до 30-40 сантиметров. Это он еще не очень, потому что первый год как-никак цветет. А вот, вот это бутончики, смотри. Раз, два, три, четыре, пять. Пять, шесть бутончиков, семь. Скоро зацветет еще. И так идет. Один цветет, другой отцветает. Ну все, ребятка, всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Криволап, печенеги. Пока-пока, ребят. Гибискус травянистый или гибридный гибискус.